деревья, которые мы садили, уже пустили вот почечки, уже понемножку принялись. Так вот, заезжал сюда трактор, выдрал, там вот огромный был корень от яблони, наверное, была. Вот он отсюда его выдрал. Здесь повыдирал некоторые. Вот это тоже. Наверное, тросом цеплял. В общем, что сейчас я буду делать? Вот этот пенек он не смог выдрать. Он сильно большой. Поэтому я сейчас его вокруг подкопаю. И, наверное, ну вот так вот, чтобы подкопать. И можно было трос под низ спустить и выдрать также и вот на тракторе. Поэтому сейчас будем этим всем заниматься. Он там тоже повыдирал эти корни. Давайте, наверное, сейчас будем. Готовимся к вспашке. Корни повыдирал, трактор приехал. Друзья, пока мы ездили в город, вот недавно приехали из города, у нас уже задисковали огород. Я приехал, смотрю, уже задискован огород. Здесь были пни огромные, очень много пней. Никто это не убирал, ничего. Я начал подкапывать. Очень проблематично было подкапывать, потому что там корни выдирать. В общем, трактор это все повырывал. Ну, спасибо огромное трактористу, потому что он мне очень сильно помог повыдирать эти корни. Сам приехал, сам повыдирал. В общем, задисковал нам. Сейчас я вам покажу, что здесь задисковано. И вот сейчас задисковали, и нам нужно будет потом еще перепахать. Картошку, семянку мы взяли, семена мы взяли. Я сейчас вам покажу, какая картошка пророщена уже у нас. Семена взяли на рублей, наверное, 20. В общем, будем засаживать огород. Хотя немного не успели, надо уже было раньше засадить, но ничего страшного. До 9 мая, я думаю, мы управимся. Вот он, огород задискован. Как я вам и говорил, вот здесь были пни, вон яма. Выдрали. Вот там тоже пни. Вот так вот он задискован. Это дисковалось оно где-то сантиметров 5, может чуть больше. В общем, вот так вот получается у нас. Вот такой территория у нас огорода. Это задисковано, и теперь нужно это все перепахать. Бля, земля мягкая-мягкая вообще. Вот эту траву нужно будет корни повыбирать. Ну, в общем, вот так вот. Я думаю, вы помните, что здесь было. Здесь были пни, очень много пней. Дерево там тоже, вон дерево из забора было, его тоже выдрали оттуда. В общем, огород отличный. Вот там я воду в колодец опущу, наверное, скорее всего, насос. И будем поливать насосом вот оттуда с колодца, чтобы воду не везти с дома. В общем, вот так вот. Ну, я рад, очень сильно рад, что это не пришлось это все делать вручную. Ну, огород большой у нас будет. Как бы для нас это хватит с головой. Вот так вот. Надо будет там, как я говорил, забор сделать. В общем, вот какие-то железяки, алюминий. Надо будет это все поубирать. Вон тоже мусор какой-то. Земля, целина, ни разу не обрабатывалась. В общем, я думаю, у нас будет урожай. Дай бог, с Божьей помощью урожай у нас будет хороший. Вы будете следить за новостями, какой у нас урожай будет. Так. А если понравится сельским хозяйством вот так разрабатывать, пойдем вон туда дальше. На разработку. И тоже ветки я их всех посрезал. Вот. Огородик такой большой у нас получается. Вот так вот. Я не знаю, успеем мы с этим огородом, но очень картошки мы много взяли, поэтому будем разрабатывать. Будем делать, сажать. Так, еще перепахается. Сейчас это только продисковали, еще перепахается, еще будет лучше. Вот эти вот корни, которые были, вот они все. Вот эти пни, я, если честно, бы сам их не вырвал. Вот еще то же самое. Корни, это все от того огорода. Вот он корень огромный. Вот это все корни, которые повыдирались. В общем, если нам понравится, проверим, какая земля здесь. Как даст урожай картофель, бульба. И будем потом, если что, в дальнейшем расширяться. Огород у нас, вон аж там, где корова стоит. Вон до того бугорка, я думаю, видно этот бугорок. Вот он.
25 соток земли. В общем, будем смотреть. Сейчас пока поспешных выводов делать не буду. Думаю, если вам видео понравилось, ставьте лайк, жирный такой вот лайк. Кому понравилось видео, кому видео не понравилось, ставьте дизлайк. Я не обижаюсь ни на кого. Поэтому я хорошо отношусь к комментариям. Если даже плохие комментарии, ничего страшного. Вы можете писать то, что в вашей душе угодно. Я на это не обращаю внимания. Хорошие комментарии, ну и пускай хорошие, я тоже буду отвечать вам. Верно, там будет. Ну да, посмотрите, сколько металла нашел тракторист. В общем, такие вот, как типа ставни, не знаю, что такое. Вот такие две рельсины. Вот такая вот арматура такая. Там он еще труба. Вот она большая. В общем, металла тут вообще кошмар. Много очень нашел он. Ну, когда, наверное, в земле, но это все было. Он и этот весь металл скопал. И вот сюда мне побросал. Ну, как тебе огородное? Ну, мне нравится. Но это же только подготовительно, он же еще не пахал. Ну, еще не пахал, да, только задисковал, а потом уже пахать будет. Все, теперь у меня душа спокойна, огород мы разработали, теперь нужно будет посадить. В общем, сажать я буду картошку под лопату, трактора пока, наверное, нет, потому что у нас здесь небольшой участок. Ну все, собственно говоря. Вы сами видели, что здесь было. Здесь было вообще просто ужас какой-то, корни. В общем, повыдирали эти корни. Опять он отвал этот сломал. В общем, одни беды здесь были на этом участке. Попадались трубы. Я даже сейчас вам покажу, какие трубы. Ломы попадались. В общем, много металла. Здесь огорода, собственно говоря, и не было, и не пользовались. Я вам сейчас покажу, что здесь было. Ну, смотрите, кирпичи. Кирпичи здесь он отвал свой сломал. Вот эти трубы такие, он цеплял за трубы. Это, наверное, алюминий. Ну да, алюминиевые трубы. И это то же самое. Но если что, трубы я поздаю. Уже какая-то копеечка будет. Вот так вот. Потом еще такой вот лом попался. Большой. Столько металла, не знаю, тут больше даже на металлолом поздаю. Будет денег. Он тоже металл пособирал. Ну вот они, собственно говоря, и семена. Я не буду париться и вдаваться в подробности, показывать, что к чему. Маринка их разложила, в общем. Огурцы, потом что здесь? Фасоль, горох, потом кукуруза, кабачки, петрушка, в общем, морковка вот такая вот. Арбузы, потом буряки. Вот тут тоже морковка разных сортов. Дыни взяли на пробу. Попробуем вырастить. Тут тоже кукуруза, редиску чуть-чуть взяли. Это капуста, разные салаты. В общем, вот так вот. Вот такой вот у нас. Попробуем посеять это все. На машине? Да.
Не поедем мы на машине. Папа спать хочет после ночной смены. Папа. А. На машине? Да. Не поедем мы на машине. Папа будет спать. А. Понял? Папа. А. На машине? Да. Да не поедем мы на машине. Папа. А. На машине? Да. Да, Зая, не поедем мы. Папа. А. На машине, что ли? Да. Да не поедем мы, папа будет спать. Папа. А. На машине? Да.